Саша ведь не должен знать, почему я у него так молодая. Потому что я всем этим делом занимаюсь. Шарики, зарядки. Ну что думаете, я только на коньках катаюсь. Везде все тренирую. Мышцы таза должны быть крепкие. Мышцы таза. Когда человек рожает ребенка, то все там растягивается и становится такое вот дряхлое. Но потом молодой человек, у него там сжимается. Но если он зарядку не делает на интимные места, все это в труху превращается. И мужчины уже не чувствуют там, как... Все говорят, почему от меня муж гуляет? Вот когда я была молодая, он не гулял. Да потому что, когда вы была молодая, если у вас это был первый мужчина, вы были конфеткой, у вас там все было узко. Когда вы родили, да еще ребенок вместо 3 килограмма, у вас вот такой богатырь на 4, на 5, у вас все там растянулось, как ширь, ты хоть там с головой влезь. И он как карандаш в стакане болтается, его перчик там болтается, он не чувствует ничего, потому что нет такого захвата, Вот, я знаю, и чтобы это все превратиться опять, очень умная женщина, если у него мужик богатый, за него надо держаться руками и ногами, она идет себе это место даже ушивает, чтобы...